Слушай, Вим, а как вообще будет проходить этот аукцион? Сначала продадут или нет 3 лота, а потом перерыв. Может быть, тогда и появится Хорст Барсоки, и я вас друг другу представлю. Разве что ты... Ну вот, здесь. Досточтимый гость, рад приветствовать вас. Начнем торги. Уважаемые господа, лот номер 1 начал... Его милость Гилберт, 100! Графиня Миньоль, 150... 200! Его милость с белыми волосами, будет ли 250? 200 раз, 202, 200... Да, графиня Миньоль дает 250, кто даст 300? У нас есть 300 раз! Кто-нибудь даст больше? И 2! Кто больше? И 303! Лот номер 1! Таинственная латунная фигурка уходит сударю с белыми волосами! А теперь лот номер 2! Картина молодого новиградского художника Ван Рога! Дамы и господа, кто же даст 20 крон? О! Сударь с кошачьими глазами дает 20. Кто больше? 20 раз, 22, 23. Продано! Картина уходит сударю с кошачьими глазами. Дамы и господа, переходим к лоту номер 3. Редчайший предмет. Очки в золотой оправе с линзами из горного хрусталя, любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров. Некогда принадлежали знаменитому наемному убийце, профессору. Начнем с 200 крон. Ваши ставки? Мастер Гвинта Гилберт дает 250. Кто больше? О, прекрасно! Вальдемар Иванович Зайцев дает 300. 300 раз, 302... Дамы и господа, сударь с белыми волосами дает 350. Кто рискнет перебить столь щедрое предложение? 350 раз продано сударю с белыми волосами. Бесценные очки, пусть же они вам верно служат. Какой волнующий аукцион! Первые 3 лота пройдены. Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим.